Ну вот, состояние под сиденьем. Не гнили, ничего. Сиденье. Не гнилое, ничего. Панель приборов. Рычаги все на месте. Ступица плохо видно, у нас здесь. Ну, утеков таких ничего нету. Видите, сухой. Вот и есть. Я целая. Боковухи тоже есть. Стоят. Задние ступицы. Течи нет. Жирные, но течи нет. И сзади тоже еще сухо. Реза тоже в отличном состоянии. Не гнилая, ничего. Это 70. Резина суховатая, даже очень суховатая, сфоры нет. Передняя новая. Стоит под навесиком. Задние колеса суховатые. Двигатель сухой. Серьезных моментов нету на нем вообще. Течек. Вот задняя резина суховата, а так передняя новая. Навес, все на нем. Все в рабочем состоянии. Крышки от него боковые. А вот стоят. Никто не одел просто. Как-то так.